Всем доброе утро. У кого утро? Ну, у нас утро. Мы приехали на пляж, и никто не может открыть машину. Представляете, сколько всего мы возим с собой? Такой бардак, у мужа инфаркт вообще случается, когда он сюда заглядывает. Но с детьми по-другому никак нельзя, потому что им нужно все абсолютно из этой машины. Держи. Ну, у нас дети ответственные, не каждый несет все, что... Тебе не нужна эта машина? Да. Какая тебе нужна? Это, да. Вот эта зеленая? Да. В общем, у нас три машины, всякие разные, на любой вкус и цвет. Куча ведер, потому что они постоянно бегают за водой. Пистолет. А где еще большой пистолет? О, пистолет, пистолет, где-то есть-то. Нету пистолета. Да куда делся? Не знаю, зонтик у нас. К зонтику еще вот такая вот фиговина. Скручивать песок, чтобы зонт не улетел. В общем, ладно, сейчас мы загрузимся. Найдем пистолет, наверное. Пойдем на пляж отдыхать. Ну все, идем мы на океан. Каждый со своим. И моросит у нас дождь. Я надеюсь, это быстро нас обойдет стороной. Вот мокрые капельки видно на этой плиточке, бетоне. Прям центральный пляж Mission Beach, спасатели здесь, магазинчики разные. И на пляже пока никого нету. Пустой пляж. Но к обеду он набивается, очень много людей. Волны сегодня класс. Пляжная зона огромная. Машины здесь катались ночером. Люди живут. Вот дождь моросит, мне совсем не нравится. Мы, видимо, будем под зонтом прятаться от дождя, а не от солнца, да, Диан? Ой, что это за песок? Волка, песок какой-то. Кто-то, наверное, этим самым поддоном скребся. По песку. Ну, дядечка змея будет запускать. Или уже запускал. Пока отлив. Вот сейчас повыше я сяду. Чтобы было видно мелких хорошенечко, да? Раскладываемся? Да. Океанчик, океанчик! Не надо брызгать. Ты со своей лошадкой. Волны опять классные сегодня. Ой, прям тону я в песке. Ой, мама, зубучи какие-то пески. Лена, вода теплая, вообще аномальная вода в этом году. Невероятно теплая. Ни разу такого не было. Зима была очень холодная для Сан-Диего, а вода сейчас очень теплая. Сейчас тебя как смоет. Не смоет. Дядя на чёрте катается. Я сейчас сяду. Сейчас хорошо на пляже. Мало людей. Вот солнышко начинает пробиваться. Дождик уже закончился. Мы уже расположились. Такой зонт у нас одиночный стоит. Стараюсь поближе к воде садиться. Ну, не совсем близко, но поближе. Чтобы мелкие могли свободно бегать. А вот уже часов 12, когда начинают обкладывать со всех сторон,
том числе и впереди садятся. Я уже стараюсь уходить, потому что не уследишь за карапузами. Такой зонт у нас сломался в предыдущий раз. Так вот. Так обидно, такой классный зонт. Но пока он держится. Что у нас здесь? Просто расстелена покрывалка без стульчиков. Со стульчиками гораздо удобнее, потому что песка меньше, да? Они пока бегают, сюда песка много накидывают. Что у нас тут еще есть? Я Надежду. Это моя вышивка. Кто не знает, я вышиваю постоянно, очень много. Перекусончик, соленые палочки. А здесь у нас печеньки и кукуруза сладкая. И в пакетике намытые маленькие помидоры черри. Мы обычно либо фрукты, либо помидорки берем. Иногда что-то поплотнее, но очень редко, потому что жарко и кушать никто не хочет. Вот такие вот помидорчики. Сейчас у нас тут полотенце. И защитный крем, которым нужно сейчас уже намазаться, потому что кажется, что прохладный, пока солнца нет, а на самом деле нужно, в общем, намазаться, чтобы не сгореть. Я очень сильно сгорела, и у меня так кожа облазит. Просто жутко, просто жутко. Дядя поругался, говорит, нельзя здесь нам находиться. Но мы обычно с этой стороны все равно садимся, потому что мы не плаваем. Мы просто вот так вот возле водички бегаем. Вот. А вообще здесь вот написано, что плавать с той стороны, с этой стороны серфить. Такой вот флаг. Да, и здесь зона для спасательных машин, вот так вот огорожена. И сами машины там стоят. Ну, доска кататься. И еще будут на маленьких машинках ездить все время, проверять все и контролировать. В выходные, когда мы были, вот в субботу, когда-то там, неделю назад, когда я обгорела, полицейские ходили даже пешком и заглядывали ко всем под зонтики, чтобы никто не распивал и не курил, потому что стоял запах марихуаны, наверное, кто-то пожаловался. И прям, ну, такое приличное количество полицейских, они прям ходили по пляжу и ко всем заглядывали. А в субботу людей очень много, и прочесать пляж им нужно капитально. Вот сейчас тоже люди будут располагаться, причем явно надолго. У них там куча еды. И будут все отдыхать. Вот дядечка ходит с металлоискателем. Каждый день он ходит. Ну, я не знаю, каждый день или не каждый день. Но каждый раз, когда мы приезжаем, мы его обязательно видим с утра. Посмотрите, что у него там запеликовано, наверное. Что-то неподходящее. Вот. И ходит, ищет наушников. Вот, видите, там. Чудики замерзли сегодня. Накупались. А солнышко так не накупалось еще. Замерзло, да? В водичке было тепло, вот почему я не замерзала. В водичке тепло. А у нас тут только-только небо начинает появляться, хотя еще вокруг все пасмурно. А у нас снова дождик начался, да, Дрешка? Сегодня пляж у нас вообще не удался. Все со всех сторон капает, но никто не убегает с пляжа. Вот, Адриан сразу домой собрался. А капает прям сильно. Не знаю, нет, наверное, вам не слышно. Прям по зонту так лупасит прилично. У меня по ногам бегает. Мы хоть и под зонтом, а все равно
все равно попадается. В общем, пляж у нас сегодня не особо удался. Вот они капельки на песке. Погодой не повезло. Я вот больше чем уверена, что мы сейчас поедем в сторону дома. А дома у нас там солнце светит вовсю и дождем даже не пахнет. Вот 100% не так и будет. Не знаю, сейчас посидим еще 5 минут. Если не закончится, действительно придется собираться тогда. И ехать домой, чтобы не мокнуть. Но он прям сильно идет. Как на пуске. У меня телефон уже весь. Мокрый. Ну, в общем, сбежали мы в итоге с пляжа. Да. Потому что мы что? Замерзли. Мы замерзли. Дождь пошел, еще сильнее похолодало. И мы сбежали. Ну вот и все, едем мы домой. Если кому интересно посмотреть эту поездку, вы увидите ее в следующем видео и посмотрим, увидели мы все-таки солнышко или нет. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо большое за внимание, за подписку, за лайки, комментарии. Всем пока-пока!